хорошо. Ножку закинь. Еще. Я отпускаю, говорю. Андрей, на руках, на работу. Работай. Ближе, ближе, ближе. Сам, Саша, сам. Оп, ногу слышу. Левой ногой по плечи не брось. Левой ногой по плечи. Срочно левой. Женщина 18 и старше до 61 года. Третья зона. Приготовиться к построению. Все. Победа. Нет? Как можете прокомментировать данный бой? Сергей Сергеевич. На ногах плохо двигается. Ногу переднюю не сушит. И без ударов идти в атаку — это бессмысленно. Открывается временами. Бежит, а он ему навстречу бьет, не степ, ничего не делает. Классика жанра, уже первый раунд. Вот ну, сейчас посмотрим, что будет во втором. Синий выиграл, потому что уже нокдаун там был. Ну, да. После команды стоп. Сейчас могут еще дисквалифицировать за то, что ругается. Слышал, да? Ты какой вес? Ваш бой 71. Не, не знаю. У нас тоже 71, он 2000-ный. У нас будет. А ты какой вес? Ой, вес, год. Все, да. Победа, молодец. До двух нокдаунов. Я заснял их. Выложу в группу Олимпиады. Напиши еврейское. Кто? Еврейское, Биробиджанка. Дальний Восток. А кто тренер? Евгений Нагалдинов. Вы, да? А имя, отчество? Интервью, да, для канала. А, это интервью. Нагалдинов Алексей Анварович. Откуда? Биробиджан. Еврейский автономный округ, да? Область. Область. Ну, молодец, боец. Еще дальше, да? Удачи.